Мы сейчас можем пройти дальше, потом... Там, ты видишь глаз? Да. А что он смотрит на нас? У тебя есть иголка? Давай его давай пальцы в глаз тыкнем. Он понял, что мы хотим в него тыкнуть, и он решил исчезнуть. Так, сейчас надо, короче, прямо идти. Ты что за фигня? Зачем стул светится? О, великий святой стул! Спасибо большое! Тебя сквернил его. Да чё, 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 где, где опять? Я боюсь. Да! Это было жутко и страшно, Лёха. Так, доброе утречко. Чё за фигня вообще? О, здорово, Василич. Василий, слушай, а мы где? Обернись, Лёх, обернись. Ну и? Ну ты чё, тупой? Ну как бы понятно, что это либо подземелье, либо что-то ещё. Я, ну чё ты какие-то тупые вопросы задаёшь? Где? Ну да, действительно, да. Ну... Зачем я там? Ну это действительно похоже на подземелье, либо катакомбы. А какого фига мы делаем в подземельях или катакомбах? Мы просыпаемся фиг знает где. И меня еще при этом смущает, что у нас почему-то одна кровать здесь стояла. Мы что, вместе спали? То есть ты был у меня вместо одеяла? Не, я просто уже спал. А здесь даже, кстати, матраса нету. Ну пойдем прогуляемся. Как мы вообще здесь? Я языка не задавался никогда вопросом, как мы оказываемся непонятно где. Ну, слушай, здесь нам кто-то какую-то записку здоровенную. О, смотри. Как интересно она выглядит. Здравствуйте. Подожди, это ты плакал? Что за фигня? Что сейчас только что произошло? Почему мы умерли? Подожди, Василич, почему меня убило, и мы как бы типа воскресли? А, Василич, я понял. Нам нужно добраться до этой точки. Мы находимся здесь. А куда нам надо дойти? Стой, 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 тут... Так, что-то тут странное, что-то... Ты слышишь, да, что картина плачет? Да, но дело... Так может и конфету дашь какую-нибудь или что? Ты видишь, картина плачет, конфету надо дать, успокоить картину. Мне вот интересно. Я думал, ты мне в ответ скажешь, то есть тебя, Лёх, не смущает, что картина, да, плачет, ты ей конфет хочешь дать. Ну ладно. О, я взял что-то. Первый день. Найти другие, кого кэндалы какие-то надо. Что такое кэндал? Смотри, чтобы избежать, нужно найти все кэндалы. Это, я как понял, свечки. Золото. И артефакт. Да, артефакт, отлично. А как выглядит артефакт? А, смотри. А, это уже... Ты сейчас что подобрал? Да вот в ящике у нас тоже лежало, что и на столе. Ага. Вы попались в смертельное темное подземелье. И должны избежать. Но они говорят, что вы не выживете. Как выжить? Ну да, что-то какой-то бред написан. Да, вы в ловушке в специальном темном подземелье. Чё, вы должны сбежать, но... Чё? Так, ладно, Василич. Так, пойдем собирать. Я не знаю, что там будет в этом подземелье, но почему-то, как я тебя встретил, у меня вся жизнь что-то под откос пошла. Это я тебе точно заверяю. А! Да ё-моё! Да, страшно. Ты прям видишь, из меня вот три кирпича вывалилось после этого. Вот они вот лежат. Нашел. У меня прям настолько вылетело, они прям вот сюда отлетели сразу же. Да я вижу, вижу. Куда? Так, влево, куда? Право? Прям пойду по... Здесь слева право. Нет ничего. Так вот, вот, вот. Да нет, это право. У нас вариант прямо или направо. Ты говоришь, влево или... Неважно. Неважно. Кстати, дверь, по-моему, вверх ногами перед... Ну там чувак какой-то на стене. У вас там комфортно все? Как вы поживаете? Ему нормально, видимо. Нифига себе, какой слиток золот. Теперь я понял, на что ты дома постоянно себе строишь. Здрасте. Я не понимаю, здесь какое-то подземелье, оно настолько жесткое, даже когда я умираю, я появляюсь в начале подземелья. Видимо, чтобы этот ужас продолжался. Я просто хочу умереть, Василич. Ты где, кстати? Ты там же? Да. Я подхожу. Здрасте. Смотри, картина опять какая-то замечательная. Что-то рисует. Право. Что говоришь? Ладно, топаем прямо уже.
Да, давай прямо. Тут у нас множество вариаций, куда пойти. Главное, мне кажется, особо не заблудиться. Блин, у тебя такой походон вечно прикольный. Ты прям идешь как крутой чувак. Так, а я налево пошел. А ты налево? Да, я налево завернул. Я потерял. Так, здесь что у нас есть? Ты... Кто поет? Ты слышишь? Я в корзину спрятался. В она корзину? Блин, сейчас... Ты не боишься, что оно насрет тебе в корзину? Почему какая-то девочка что-то поет в подземелье? Девочка, у тебя все нормально? Блин, стрёмно как. У меня штаны коричневые стали. Кто коричневые? Штаны? Да. Так они у тебя всегда коричневые были. А, ну ты под цвет какашек, чтобы замаскировать, да? Так, и... Да ты догадливый. И что это за комната? Комната для стульев? Видимо. Какое-то бесконечное подземелье. А, ну да, в принципе, лабиринты на то и существуют. А, вот, как? Вы здесь. Так, ключ, говорит, возможно, здесь. То есть, подожди, вот слева комната здесь. Тихо, чё? У меня сердце бьется, Васильич. Васильич? А ты где? Я в какой-то кошмар попал. А я нет. Подожди. Стой, чё? Так а что это за фигня за мной? Так, я вот с кровати. Чё прибегу? А я пока тут соберу. Хорошо, сейчас я быстренько до тебя доберусь. Что? Don't fall here to the room? Ничего, не идите в эту комнату. А, ну да, там же было написано, не идите в эту комнату. Нафига я пошел в комнату, если написано, не идите в комнату? Это записка. Да я понял. Так, я в комнате... Подожди, я... Во! Я тут. Фуф, я тут это немножко делал, смотри, зато вообще не заходи туда. Мы сейчас можем пройти дальше, потом... Там ты видишь глаз? Да. А что он смотрит на нас? У тебя есть иголка? Давай его давай пальцы в глаз тыкнем. Он понял, что мы хотим в него тыкнуть, он решил исчезнуть. Так, сейчас надо, короче, прямо идти. Ты что за фигня? Зачем стул светится? О, великий святой стул! Спасибо большое! Ты осквернил его. Да чё, где опять? Я боюсь. Да! Это было жутко и страшно, Лёха! Я тебе говорил, что это... Ты осквернил его, ты сверху на него залез, поэтому он нам всем отомстил за это. Да, он просто перевернулся. Он... Не-не-не, он в смысле это... Он по комнате прям поехал. А-а-а. То есть я дальше был, он то есть тебя, получается, сбил по комнате, проехал и меня сбил. То есть вот как вокруг столба, короче. Я чё, в принципе, заржал? Не, ну знаешь, жутко, но... Такое приятное ощущение адреналина. Так, сейчас нам направо, если я не ошибаюсь. Не-не-не, мы сейчас до конца дойдем прямо, потом направо. И давай, короче, бегом добежим, да и все, чтобы не париться. Вот, бежим сюда, теперь сюда. Вот, мы возле той комнаты, где я в кошмаре был, и сейчас мы придем к стулу. Здесь глаз был, я в него еще плюнуть так, хотел, ай, тыкнуть. Стой, вот у меня вот вопрос сразу к тебе. А, то есть, то, что ты попал вообще в кошмар в жизни, это нормально? Да, понимаешь, Василий, вся жизнь, пока я тебя знаю, ты и так один сплошной кошмар. Ура! Ура, да, говоришь? Так, Василий, пойдем прямо, если мы пойдем прямо, мы придем в комнату, где, возможно, ключ. Ну, там под вопросом было. Так, еще два святых стула. Так, еще. Так, мы здесь, и нам теперь нужно пройти вот сюда прямо. Вэр, это же когда? Да, на узнаю, что они что-то... Нет, они знают, когда ты спишь. Василий, здесь дичь какая-то. Блин, могли хоть мясо оставить. Да что за фигня? Василич? Да я опять в этой комнате! Да что, кто орёт-то? Я с тобой оказался в этой комнате. Отлично, мы перед этой комнатой прям. Я думал, опять по новой придется идти. Не, мы сейчас заберем свое золотишко на строительство новых домов и новых подвалов и свалим. Так подожди, здесь же писали, типа, что ключ. Я здесь никаких что-то... Не-не-не, там надо было немножко в боку идти. Не-не-не-не-не, про эту комнату писали, типа, кей, типа, здесь нет.
Ладно, давай просто найдем другую карту. Давай. Вот мы сейчас, вот видишь, вот здесь. И показывалась вот эта самая низкая комната. Я еще только специально, типа, надо прямо идти. А знаешь, куда мы не ходили, кстати? Пойдем вот сюда сходим. Вот тут слева комнатушка будет сейчас. Давай. Сейчас мы дойдем, ты пока можешь офигенную какие-нибудь жизненные истории. Вот в этой комнате мы не были. Ай-яй-яй. Я уже что-то начинаю пугаться. А здесь и нету нифига. А зачем кого-то нарисовали глазастого? Ну типа, глазастый. Ну да. Так, ну значит по левой стороне. Так, где эта карта? Вот здесь, да? Я уж не помню. Вот. По левой стороне мы все комнаты обошли, кроме комнаты, которая направо в самом начале была. Мы не заходили, да, туда? Ну ладно, пойдем куда-нибудь. Так, выше, давай, выше и направо. Выше и направо, да? Ну давай выше и направо. То есть, чтобы так запоминать, где вообще... Усы поправлю? Кого, трусы поправишь? Усы! Стой. Вы вот здесь надо было завернуть. Да. Я страшно, я знаю. Да, мне еще, знаешь, как-то странно, почему мы умираем и оказываемся по новой. Подземелье не хочет отпускать, но смотри, сколько золота. Отлично, Василич. Мы построим свой собственный отель. Так, мы здесь, да? Теперь сюда можно пройти, да, по другой стенке. Там что-нибудь посмотреть интересненькое. Я сейчас видел твои зубы, у тебя такие белые зубы. Что-то мне кажется подозрительно здесь. Что-то... Оп. Чё? Что? Что за шифры? Это записки. Это в записке было. Это в записке было? Ну да, я в принципе прям могу прочитать, что там написано. Умри. Что-то вот это вот... Ааа! Чувак! Был сзади, видел? Нет. Я просто обделался. Чувак вот с этого коридора красный выбежал. Какая-то музыка заиграла. Как ты думаешь, может быть у них здесь есть этот? Ну типа, знаешь, не опера, а вот этот, как называется, где дирижер-то? Оркестр? Ну да, оркестр, и типа, знаешь, скелеты такие играют на скрипках и так далее. Я какой-то дичь, да? У меня опять сердце бьется. Так, заперто. Нам не сюда, видимо. Что-то так замолчал, я аж испугался. Да. Мое сердце! Чё, кто, где? Куда? Ай! Чё происходит? Это ты мне сейчас за точку в почку воткнул? Нет. Да, по-любому ты все придумал. Спереди еще туман какой-то. Блин, еще музыка. О, дверь. В дверь? Давай в дверь. Заперто. Так, ну давай. Да кто это был? Подожди, нам, короче, это, ты... Так, это где мы? Возле скелетов, да? Давай сходим это. Вот видишь, вот в самом начале, вот комната эта, вот здесь вот есть. Мы туда не заходили. Или заходили справа? Справа я не помню, но давай попробуем сходить. Так, ну а тут нам, в принципе, добежать-то фигня. То есть вот так и налево. Не, наверное, мы все-таки туда заходили. Так, а ты куда сейчас? Ну, я побежал, как бы, по дороге. А, во. Я просто не помню, мы туда зашли или нет. Подожди, я что-то запутался или что? Во, мы в этой комнате были? Нет. Я тоже не помню, во. Вот что мы пропустили. Кого, что, типа, смертельные ловушки-то избегать? Так, все, теперь мы здесь прошли. А, ну, в принципе, мы сейчас ниже можем пройти и выйти туда, где были. Давай. Так, ну тут мы были, да? Да. О, кто орет? Что за фигня? Записка. Беру. Замечательно. Блин, у меня мурашки по коже. Смотри, там парень какой-то стоит, здрасте. Давай не будем подходить к парням, а? Так, их двое. И нас тоже двое. Мы-то цветные. Пусть... Так может, это нефтяники? Здрасте. Вас хорошо все здесь? Ребят,
Их четверо стоит. Смотри, а последний он какой-то это. Костлявый. Мне одному кажется, что сейчас как-то дичь произойдет. Да нет, вроде нет. Так, вот теперь сюда, и да, мы в этой комнате. Так, теперь мы идем наверх, направо и направо. Окей. Не, хоть знаешь, вот как-то интересно, да, подземелье такое продуманное, что типа оно нас когда убивает, оно теперь в этом месте возрождает. Оно не хочет, чтобы мы уходили, оно хочет поиграть с нами. Ох уж твои усы, все хотят с ними поиграть. Что, что ж это вот так звучало-то? Тихо, почему музыка пропала вся? Так, вы здесь. А как вниз это сюда? Или нет? Да-да-да. Да, и там вот тут сейчас типа две комнатки. А, во. Вот сюда так. Я хотел. Первая записка. Вот то, тут о, опять какой-то кровавый парень пробегал. Ай! Вы должны найти ключ. Я никому ничего не должен в этой жизни. Так, давай сейчас нам получается прямо и сразу направо. Да, все верно. Комнату. Мы второй там не забрали. Угу. Я это, кстати, не успел прочитать. А, ну да, там что-то... Так, и вот сюда. Вот здесь мы были. Вторая. Угу. Всё. Скажи, чё... Комната полная скелетов. Ну но... вот, помнишь комнату? Но... Никому не верю. Да... Так что он здесь делает постоянно? Уходи, это на... Мы у него отожмем эту комнату, меня бесит уже. Вот это вот территориальная битва, вот это я понимаю. Подожди, а может направо сейчас пойдем? Нам какая разница, мы в принципе выйдем, мы в той комнате и глянули все. Сейчас пойдем направо, здесь будет какая-то большая комната. Что он там делает постоянно? Да что за фигня-то, а? Подожди, да это, по-моему, у меня просто желудок урчит. Или мой. Возможно. Я не знаю, это какая-то прикольная атмосфера, но страшно, страшно. Да, особенно когда со мной путешествует какой-то мультяшный персонаж. О. И не говори. А, вот большая... Стоп, а стены двигаются? Да, да, нет, там колонна поехала. Я просто не успел отбежать от нее. Так опять. Туда же, давай. Давай. А, тут... Вот это было неожиданно. Вот за это ему плюсик. Я монстр прям вот такой палец вверх покажу. Да, прям пальцы вверх должны всегда быть. Большие, не знаю зачем, но они должны быть. Так. Не задерживаемся, не задерживаемся. Подожди. А мы что, куда-то не туда пошли? Ну ладно, давай здесь соберем. Нам-то что? Я что-то не понял, мы коридором ошиблись? Я что-то сразу решил выйти. Так. Да он надоел мне уже. Ты живой, Васильич? Да. Так, я пока все это соберу. Кандал. Ты где? Ну, я вот здесь. Васильич! Васильич, нет! Так. День шестой, я начинаю чё, типа... Тени! Так, а это... Васильич, ну ты ж у нас белорус, переводи. Никто не сможет уйти. Я так понял, что никто не сможет уйти из этого места. Так, ладно, мне кажется... Там бежит! Я выжил. Да я понял, сейчас бы вспомнить. А, да, нам надо было тогда просто налево завернуть, а мы дальше прямо прошли. Все, я понял. А что если сердцебиение показывает, что он близко? Да, скорее всего, он постоянно бегает по этим подземельям и просто хочет поиграть с нами. Вот, мы в эту... Вот, да. на здесь столб тогда убил. Да опять он здесь. Он надоел бегать. Че он здесь разбегался? Иди найди свое подземелье, там и бегай. Че ты в наше подземелье гонит? В наше подземелье, ты понял, а? Не с ним связался. И че за дичь там написано? Да не знаю, лучше не понимать.
Что, опять что-то поехало? Я не знаю, я просто боюсь. В эту комнату мы зачистили. Ё-моё, он там знаешь, сколько Внизу сколько комнат. Да, нам, короче, надо сейчас пойти туда вперед, где мы вот были в комнате, слева, и направо пойти комнаты зачистить. Да. Где мы вернемся туда, где в самом начале налево можно было идти. Я надеюсь, это фиг... Да он надоел уже, ты меня бесишь, блин. Побежали вперед. Так, сейчас налево завернем. Он прям это, не отпускает нас. Так, давай бегом прибежим. Второй поворот налево нам нужно. Второй? Второй, да, поворот налево. Первый? Вот, ну, давай налево. Ага. А, здесь еще ничего нет, что ли? Так, теперь тогда вот напротив. Подожди, вот напротив, да, правильно, сюда. И теперь мы возвращаемся. Так, подожди, а в какую здесь сторону-то дальше? Где? Сзади идет! Сзади забегай! Ух, он пробежал. О, ключ нашли! Отлично! Еще бы знать, от чего этот ключ? Возможно, от той комнаты, давай проверим сразу. От какой? А! Которая не открывалась. Ну сейчас надо дверь, блин, закрыть. Ждем. Нет. Так, пойдем здесь, да? Так, в этой комнате мы не были, по-моему. Или были? Фиг его знает. Я заблудился немножечко. Нам бы вообще в идеале бы как-то вернуться в самое начало. Так, вот комната тоже со скелетами. У них тут принято, да, трупы раскидывать? Подожди, Василич. А что если это наши скелеты? А мы с тобой лишь призраки, которые путешествуют в этом подземелье. Слушай, Леха, я бы поверил в это, наверное. Но правдоподобнее звучит теория, что на самом деле это обгоданные тела, которые я ел, и на самом деле это хожу я. А, ну в принципе в этом есть доля смысла. То есть понятно, вот ты для него работаешь как маячок. Это твоя темная сущность, она нас постоянно догоняет. Так, это чё? Опа. Блин, я чё-то очкую, Василич. Чё за фигня? Тихо. Почему оно поет? Блин, что-то так спать захотелось. Так, все, нормально все? Да. Я думал, сейчас опять орать будут. Я тоже думал. А, вот большая комната, до которой я хотел добраться. Это она, видимо. Мне кажется, здесь какая-то дичь произойдет. Чё? Кого? Кто где? Нет никого. Дверь. Заходи. А, ну вот мы в начало вернулись. Так, давай сейчас карту глянем. Так, значит, вот справа комната. Слева мы две комнаты посмотрели, да? Вот надо вот эту вот, видишь, такая вот, с этими штучками по бокам. Штучками? Ну, такая, пять колонн с каждой стороны. Вот я туда пытаюсь добраться. Давай доберемся. Так, то есть нам сейчас направо сразу, прямо. А мы мимо нее, в принципе, и не пройдем. Ну да, там первый поворот направо, все. Давай. То есть сейчас слева у нас будет две комнаты, мы в них заходили, да, я так понимаю? Угу. И да, и в этой мы были, и в этой и были. Так, здесь нет нифига. Ключ нашли. А вот это закрыто как раз, здоровое. Все, я понял. Так, пойдем, может быть, вот сюда. Давай. Так. По этой части прогуляемся. Блин. Давай. Я когда тебя теряю, я что-то очковать начинаю. Прям беги, все. Я вижу твои зубы ослепительные. Так, нужно понять, в какой комнате мы не были еще. Так, вот здесь есть какая-то дверь закрыта. Да! Он меня бесит уже. Так, подожди, дай я посмотрю, в каких комнатах. В верхних комнатах мы были, да?
Почему он писал про ключ про эту комнату? Так, давай вверх, направо, направо. Ну и там что-нибудь куда-нибудь придем. Просто вниз, вот полноценно вниз, потому что там вроде нижней комнаты мы не. Да, мы туда, по-моему, не дошли в прошлый раз. Вот здесь мы заходили в мелкую комнату, пару раз сдохли. Вот в эту, которую. А вот сюда, вот налево. А вот здесь мы были. Да, золото нашел. Ты где, Василич? Я потерял тебя. Василич? А вот нашел, нашел. Да чё, кто, где? Да я не понял. Я тоже, я даже не вижу, что меня убивает. Вообще-то умирать это больно. Ну да. По тому же пути бежим. Смотри, а мы можем, знаешь, сейчас как сделать? Мы сейчас пойдем вот сюда, направо и будем... Так, вот мы идем сейчас сюда, потом налево и пытаемся прямо проходить. Во, мы вот так сделаем. Угу. Так, стой, сейчас еще раз точно гляну. Да, налево и потом прямо. Ой, давай. Что-то мне кажется, сейчас опять какая-то дичь здесь выбежит. А, это тот коридор, где два этих. Потом вот так прямо... Потом прямо. Да. Комната. Во. Ништяк. Найди Мэри. Она, походу, тебя сама нашла, Василич. Так, я сейчас к тебе прибегу. Давай. Так, я тебя здесь жду. Стоп, это меня почему-то ранило. Ну, это у меня не было никого. Так, и нам нужно бы... Так, а вот эта дверь открывается? Да, открывается. И вот туда выше еще надо будет в комнату сбегать, потом ниже. Слушай, я так понимаю, эта комната, она, возможно, как чекпоинт работает. Да. Может быть, след... Так, давай вот туда выше сбегаем. Да. Нет, она не работает как чекпоинт. Я вообще, что такое чекпоинт? Это типа тебе чек дают? Типа, вот на тебе чек, у тебя будет поинт или что это такое? Мы сходили к верхней комнате. Да. Он меня бесит уже. А, он назад побежал. Так, а может быть через верх пройдем тогда? Давай. Пойдем. Меня он уже бесит. Это... Меня если он вообще это... обламывает. Если это я, то я бешу самого себя. Да бесишь. Это... Вот, по-моему, это и есть верхняя комната. По-моему, мы были в верхней комнате. Нам, короче, надо до нижней комнаты бежать. Мы вот в нижней, в двух не были. Че, мне до тебя бежать? Я тут через верх смог все-таки срезать и попасть в ту комнату, где меня убили, где мы свечку нашли и вот это вот. Ну, так я и говорю, так че, ты сейчас где? Там, где отмечено, в нижней или где? Да. Сейчас добегу. Верхнюю мы пробежали. И сейчас нам надо выйти из этой комнаты. И вниз пойти, да. Я знаю. Сейчас я добегу, Василич. Я жду, я тут в ящике спрятался. Так, что, сидим пока, ждем его? И налево нам сейчас надо будет вниз. Да. То есть выходим налево и просто топаем. И сразу же да, там же налево. Пошли. А, ну вот, в туман, я все не хотел в эту туман. А, во, он пробежал здесь. Да. Так, а что если к нам побежать до конца, да и третий поворот налево уйти? Давай. Да он сейчас опять же здесь выйдет, а. Первый, второй. Третий, налево. Да ёшкин матрёшкин, да чтоб ты, чтоб тебя метеорит убил. Так, отлично. Мы правильно идем? Походу нет. Я что-то перепутал. Подожди, вот с этой дымчатой комнаты... Стой. Комната, где пять этих? Это место неподалеку от комнаты с пятью... Так, во, я, походу, нашел. Да, золото. Во, мы здесь. А, вот и артефакт, типа. А мы где? Мы здесь.
Какой здесь где-то артефакт есть? Ты видишь, здесь какие-то артефакты? Стоп, Погоди. А, стой, записка еще. День 30-й. Нифига себе, как он здесь 30 дней? Это без жратвы, без всего. Так, это комната, где умираешь. Да, и вот нам надо в Тулсу... Подожди, почему он показывает артефакт? Ты видишь здесь какой-то артефакт? Может, мы куда-то не туда смотрим? Смотри, он показывает еще, где выход. Да, выход сверху. А у нас же ключ есть, да? А мы, по-моему, все собрали. А, мы не можем в эту комнату с двумя вопросиками еще зайти. Может быть, она теперь открылась? У тебя есть какие-нибудь мысли? Можно попробовать зайти. Так, мы сейчас и выходим, и налево бежим. Как выйдем. Так, правильно? Да, налево и налево. Вот сюда. Да-да-да-да, бежим. Я надеюсь, этот опять чебурек сюда не прибежит. Так, а дальше налево, я забыл, налево, куда. Налево. Вот эта комната. Да, открылась! Да, открылась! Здесь... Во, здесь что-то такое есть. Артефакт! И че? О, здесь лестница наверх есть. Пойдем или... Ты уже пошел? Да, здесь какие-то чуваки. А, да, это вот так устроено. То есть мы сбежали? Угу, а зачем было написано выход? И почему они все смеются над нами? Они, может, мне кажется, они смеются над твоими усами. Ты чё орёшь-то? Не ори на меня! Не ори на мать! Ой, на отца! Давай не подходить к стене. Да, давай, в смысле, а то они бесят меня. Да вы надоели! Тихо, замолчите, голоса в моей голове! Василич, какого фига происходит? Так, все, ладно, окей. Да хватит тебе орать-то! Я тебе сейчас очки сломаю. Новый пойдешь покупать. Мне кажется, пора звать его. Давай позовем его. Кого? Я не знаю, Мари. Мари! 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 Итак, привет, уважаемые друзья подписчики. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник, Максим Чандов. Вот этот вот голос, он меня бесит. Как его вырубить? Он бесконечно будет играть, в смысле, или как? О, блин. Ребят, он меня отвлекает. Он меня прям обламывает. Тебя он не обламывает? Тихо, пожалуйста, тихо, успокойся. Успокойся! Что? Я вроде ничего не говорю, что он меня сбивать должен. Так, может, как-то отойти... А мы не можем. Да, да. Так. Сейчас. О, все, я его вырубил. Это. Итак, привет, уважаемые друзья подписчики. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник, Максимус Чанел. Была, кстати, довольно-таки прям неплохая карта. То есть подземелье, здесь какой-то трэш, прям что-то такое, прям... А, прям происходит что-то интересное. Довольно интригует, пугает и... Да, я не помню, когда последний такой. Ну, такая своеобразная, то есть, в принципе, нормальная. Прям на четверочку там из пяти, либо там на восьмерочку из десяти, в принципе. Почему бы в такую не погонять, если нравится что-то темное и так далее. Ребят, если вам нравится шоу Хриплых, не забываем поддерживать нас, ставить лайк под этот ролик, писать свои комментарии, подписаться на канал Maximus Channel. Это у нас Василич, если до вас до кого-то не дошло, кто-то периодически до сих пор пишет в комментах. Скинь канал на Василича, то есть там закрепленный канал, там прям вот первый комментарий, там прям написано, вот канал Василича, ссылка, и вы ниже пишете, скинь ссылку на канал Василича. Я, может быть, что-то не догоняю в этой жизни, я не знаю. В описании всегда на самое первое канал Василича написан, и ссылка на его канал. То есть в двух местах она всегда есть, в смысле, абсолютно под каждым роликом. Да, я иногда я могу что-то провисеть, там, допустим, в описании написать, но это, блин, раз там в 10 роликов, может быть, бывает, и все. Поэтому подписывайтесь на его канал, у него ходят классные теории на его канале по разным играм, тем более сейчас осень, сейчас все больше, если вам нравятся такие игры, как Bendy, Dark Deception и так далее. Заходите, подписывайтесь к нему. Ну, в общем, вот это вот все. Не забываем подписаться на мой канал, также
Если вам нравится шоу хриплых, поддерживайте, ребят. Нам прям очень важна ваша активность. Так, ну обязательно, обязательно поддерживайте нас лайками. Мы наблюдаем за этим, мы смотрим, что вам это действительно нравится. Также оставляйте свои комментарии, если вы досмотрели до конца. И не забывайте про подписку, колокольчик и ссылки в описании. Если вы все сделали, то вы лучший подписчик. Вы наш лучший подписчик, и мы вас обожаем. На этом, ребят, все. Всем удачи, всем пока. С вами было шоу Хриплы. Мы постоянно как дурачки это орём. Зачем мы каждый раз это орём, Васильевич? Может, мы... Да, действительно, может, мы просто дурачки. Так, ну ладно, все. Всем пока. Увидимся. Всем пока. Нет!